даже. Поехали. Поехали. А что? С 8 марта всех девушек. И о проекте «Танок», «Тартак» и «Друзи». Всем привет. Хочу поздравить... Чего? 8 марта, да. Понял. Значит так. Значит так. Это. С Новым годом. Что нужно сделать? 8 марта. А, да. С 8 марта, вот. С 8 марта. Не, здесь у меня не получится интервьюшника. Блин, у меня, короче, не Катя сейчас. Что нужно сказать? Скажи, дорогие любимые девушки. А, понял. Дорогие любимые девушки. Что дальше? С 8 марта. С 8 марта. От кого? От меня. От чего? От кого? А, я понял. Чего? Тебя как зовут? От кого поздравления? А, ну да. Всем привет. Я тут. Что дальше? С 8 марта. Я ж тебе говорю, что ты вырежешь это. Зачем бы этой херней заниматься? Я, блин, только что вышел. О, ты еще один пацан. Так, все, попробуй сейчас это. Что можно сказать, кстати? Это кому, это куда? В Запорожье? В Запорожье, да. О, понял. Сейчас. Бля, это сложно, блин. Это. Бля. Блин. Кстати, тоже не надо, пип не надо делать. Потому что пип это уже чревато того, что я типа что-то не то сказал, не то сказал что-то типа. Вот. Бля. Блин. Это. Всех с праздником. Вот. Хватит? Ну так, короче, были, а и все. Спасибо. Итак,